Всем привет! Доброе утро, ребята! Сережа, а что это ты так загадочно улыбаешься? О, Каркуша, я тут вспомнил, как мы с Мишуткой в океанариум ходили. Это когда он с красивой рыбой фотографировался, а сзади неожиданно подплыла акула, да? Очень смешная фотография получилась тогда. Кстати, ты знаешь, Мишутка снова хочет пойти в океанариум. Ой, воспоминания, это хорошо. Ну, пора приниматься за работу. Что мы будем сегодня мастерить? Сделаем для Мишутки открытку приглашения. Я же билеты купил в океанариум. Ура! Мы снова идем смотреть рыб. Да, а давай открытку сделаем с акулой. Давай, это отличная идея. Но только первым делом расскажем ребятам, что нужно приготовить для работы. Так, бумага нам точно понадобится. Ты принес голубую, так, синюю, черную, белую и... А зачем здесь газетная вырезка? Из нее мы будем делать акулу. Интересненько. А еще нам понадобится клей-карандаш, клеевой пистолет, ножницы, пластиковые глазки, ну и, конечно, само приглашение. Я его распечатал на компьютере. Так, приступаем к работе. Хорошо. Сначала, ребята, сложим лист голубой бумаги пополам. Вот так вот. Получилась настоящая открытка. Угу. Теперь можно делать акулу. Ну, точнее, ее голову. А почему только голову? Ну, потому что туловище акулы будет как будто под водой, а голова будет находиться на поверхности. Смотрите, ребята, газету я аккуратненько складываю, но не плотно. Беру ножницы и закругляю. С нижнего угла иду наверх. Вот так вот. И... Готово! Теперь в дело вступает клей-карандаш. Сережа, а я когда мастерила открытки, всегда путала, с какой стороны нужно размещать картинку. Сейчас покажу и подскажу. Смотрите, ребята. На что похожа открытка? Как вы думаете? Правильно, очень напоминает книжечку. Поэтому и картинку нужно размещать, как на обложке. Вот так. Вот теперь поняла. А вот мы сделаем из синей бумаги. Да, Каркуша, берем ножницы и вырезаем волны. Получаются волны. Море волнуется раз, море волнуется два, море волнуется три, морская фигура на месте, замри! Сережа, отомри и продолжай работать, потом поиграем. Наносим клей на наши волны и приклеиваем к открытке. Складывай детали аккуратно. Синяя бумага с обратной стороны не должна торчать. Каркуша, я стараюсь. Сережа, а для чего тебе бумага черного и белого цветов? Из них мы будем делать пасть акулы с острыми зубами. Вот это да! Вырежем черный полукруг нужного размера и белые треугольные зубы, а затем наклеим их на нашу черную заготовку. Так. Сначала отрежу прямоугольник. Так. А теперь буду вырезать из него полукруг. А потом вырежем зубы. Да, Каркуша, так и сделаем. Сережа, а я слышала, что в мире существует примерно 400 видов акул. И некоторые из них довольно необычные. Давай посмотрим. Давай. Каких только акул не встретишь в мировом океане. Лимонная акула, обладательница необычного цвета кожи. Акула-ангел очень похожа на ската.
Черноплавничная акула очень мала, в длину всего 15 сантиметров. А вот китовая, наоборот, огромна и может вырасти до 20 метров. Сережа, вот это пасть! Ты уже и зубы почти доклеил. Да, осталось немного. И сейчас давай подумаем, где мы разместим этот чудесный ротик. Давай подумаем. Последний зуб я приклеил. Да. Готово. Ну как, может быть, вот сюда акула улыбается? Ну, здесь смотрится вполне симпатично. Или все-таки пусть это будет грозная акула, вот так. Ой, мне даже страшно стало. По-моему, так интереснее. Также, ребята, с обратной стороны наносим клей. А, наоборот. Наоборот. Вот так. Да. Осталось приклеить глаза. В этот раз ты взял большие пластиковые. Не слишком они велики. Нет, Каркуша, в самый раз. Закрепим их при помощи клеевого пистолета. Капелька клея. Один глазик слева, другой справа. Готово. Угу. Теперь можно вкладывать приглашение. Да. Каркуша, ребята, давайте прочитаем вместе. Давай. Так, Мишутка. Приглашаем тебя в океанариум. Сережа и Каркуша. Да. Да, думаю, Мишутка будет доволен. Такая необычная открытка. И акула из газеты получилась. Ой, ну просто замечательная. А у ребят есть отличная возможность пофантазировать и сделать из старых газет другие интересные поделки. Не пропускайте наши новые выпуски и мастерите вместе с нами. Весело и с удовольствием. Увидимся на телеканале «Карусель». До встречи. Карусель.